Топ-3 с 2016 года. Казахстан и Ульяновская область продолжают укреплять дружбу и партнерство. Структурные подразделения и представительства на территории соседней республики есть у нескольких крупных ульяновских предприятий. Так, за последние 10 лет автозавод поставил в Казахстан более 32 тысяч автомобилей. Сегодня сборка проходит прямо на территории страны на двух предприятиях. В свою очередь, инвесторы Казахстана заходят в наш регион. Строительство рыбоперерабатывающего завода в Тиинске – совместный инвестиционный проект. Для нас интересен весь тот промышленный потенциал, который имеется в Ульяновской области, если говорить применительно Казахстану. Но нам интересно и экспортировать сюда продукцию, промышленную, продовольственную продукцию. Поэтому широкий спектр у нас интересов в отношении Ульяновской области. Опыт казахского бизнеса в вопросах экспорта послужит примером для нашего региона. Продвижение товаров и услуг на территории государства-партнера и создание благоприятных условий для развития импортного бизнеса в границах 73-го региона – залог успешного и долгоиграющего партнерства. Все отношения, которые благоприятно интересны будут нам обоюдно, мы их будем развивать, поддерживать. Ну а в процессе общения искать новые какие-то формы сотрудничества, поиск новых форм. Я думаю, и культурных, и спортивных, и экономических, и духовных. То есть мы не ограничиваем себя в чем-то едином. Мы хотим дружить, звучит с обеих сторон. Дружба в условиях строительства экономического моста – это гарантии. Наш регион зарекомендовал себя как один из лидеров в стране по работе с зарубежными инвесторами. Казахстан, по данным Таможенного союза ПФО, на 8-м месте по товарообороту. Это 3% общего объема. Ульяновскую область и Казахстан связывают давние многосторонние партнерские отношения. Внешнеторговый оборот только за 9 месяцев прошедшего года превысил 47 миллионов долларов с приростом в почти 7%. У торгово-экономических отношений нашего региона и республики последние несколько лет закрепились стабильно высокие показатели. Вера Мещерякова, Бахтияр Салтанов, репортер 73.